А вы далеко, вот это... далеко были? Слушайте, сейчас прямо над нами пролетало, когда это да, сюда летело. Да, иногда мимо в погребе сидели. Вы в погребе часто мы теперь сидите? Часто. Вы, каждый день обстрелы. Мы здесь были, когда освобождали Дебальцево. Да. Вот давно не были, сейчас снова приехали. Как обстановка здесь, расскажите? Очень тяжелая обстановка. Очень последние мы каждый день вот это слышим. И до каких пор мы хотим задать вопрос? Кому? АБСЕ стоит, АБСЕ, ничего это, оно не делает. Мы хотим завтра собираемся идти туда, к ним. Вот туда, где они заседают, где они кушают, где они спят. Мы хотим узнать от них правду всю. А какую правду вы хотите? А что? А почему они... Они говорят, что это ДНРовцы стреляют. Кто сейчас сегодня нас расстреливает? А вы знаете, кто это стреляет? А кто стреляет? Ну, я-то знаю, но мне просто интересно. И нам интересно. А я знаю, что это украинские войска нас стреляют. А вы, наверняка, не в курсе, вы здесь местные, наверняка у вас конечно. Есть друзья или знакомые со Светлодарска есть. Но вот нам говорят, что они там с города прям лупят, поэтому ДНР не может им в город. Они не могут ответку. Говорить оттуда. У меня соседки. Ну, вы, у вас сын какие живет сведения? Там, но они откуда не могут стреляют? Говорить. Со Светлодарска. А в Светлодарске кто находится? Да и в Луганске. Правильно. В СУ находится. Ну, то есть вы не, вы не сомневаетесь, ну, почему да? Они нет, не по мы не сомневаемся, мы 100% можем сказать, что они стреляют. Ну, а вообще, вот это нормально, что по храму стреляют? По рынок, храм и школа? Ну, вы задайте им вопрос. Вот обстрел рынок, храм. Сколько храмов вот побили за войну? Сколько детских садов, школ побили? Угу. А вы не слышали? Нет пострадавших? Нет, ну, пока не на нашем пока там не краю не слышали. Ну, слава Богу. Вот там еще говорят, на окраине где-то в дом попало. Может быть, там есть жертвы? Потому что вот по этой улице и по последней вот такой улице. Полевая и Мира. Вот следующая Мира, а Полевая идет вот так. Говорят, туда в дом попала. Но мы не знаем, мы там не были. Мы с другого края идем. Это кончится. Мы поедем, почему посмотрим, именно... как вас зовут, как вас представят. Меня Татьяна. А вас? Екатерина. А вас как? Почему именно по живому спасибо. Сектору они бьют? Ну, я не знаю. Это у них как за... ну, как бы постоянно так. Это везде. Сегодня открытие у нас Нового года. Елки должно быть. Это всех разогнали. Елки должно быть. Дети пришли. В 3 часа началось. Да. В 3 часа сегодня началось. Красный крест у нас машины стояли. 3 часа началось, Красный Крест успел отъехать, да, уехали. А дети собрались на елку. И что, и разогнали все? Конечно, разогнали, все и разбежались. И вы там были? Нет, я не была. Они по улицам, дети бежали. Бежали дети по улицам, да. Плакали от этого. Слушайте, кошмар. Как это прям, так? Как кошмар, это кошмар. Все. При таком кошмаре как можно жить? Ага. И сколько вот сегодня ночью, жить? Я ночью не спала сегодня. Взрывы. И они дом подымают.